Меня зовут Алиса Хилько. Я из Москвы. Я мечтаю стать певицей. Я хочу, чтобы люди слушали мои песни, когда им весело. Им будет еще веселее. А когда людям грустно, то от моих песен им становилось бы легче на душе. Я веселая и задорная. И моя песня, которую я исполнила на конкурсе «Детское Евровидение», такая же. Она называется «Головоломки». И музыку для нее я придумала сама. Мне кажется, что даже не понимая русского языка, люди из разных стран смогут понять, о чем она, и полюбить. Над этажами льется солнце в окно, и за окном уже тепло и светло. Это значит, пора просыпаться.